29 октября 2016 года. Казань. В сквере перед Дворцом земледельцев необычайный фестиваль, а точнее первый в истории Татарстана чайный фестиваль с массовым угощением всех присутствующих этим традиционным напитком. Пить горячий чай и танцевать под звуки татарской музыки. Именно таким способом аграрии Татарстана предложили казанцам согреваться в холодную погоду. Гости могли насладиться разными видами этого напитка и узнать традиции чайных церемоний. Чай заваривается от 3 до 4 раз с одной заварки. Даже дети смогли принять участие в конкурсе. Он назывался «Осенняя подделка», и его победители получили сладкий приз в виде банки варенья. А среди гостей фестиваля появился и министр сельского хозяйства Марат Ахметов. Осмотрел все площадки, попил чай, попробовал джем и дал совет журналистам по правильному чаепитию. Все они хорошие, все они полезны. Просто их надо употребить, вот когда и где, как надо. Один для витамина, другой, скажем, для иммунитета, третий после бани.